Стать волонтерами изъявило желание огромное количество жителей страны. Этапы отбора прошли 1000 лучших из лучших россиян, умеющих работать в команде. В итоге в Сочи трудились 60 тысяч волонтеров, 4 тысячи из них – сочинцы. Игры 2014 стали самыми рейтинговыми в истории, и помощь волонтеров в том числе стала ключом к успеху Сочинской Олимпиады, убеждены специалисты. Что же касается именно городских волонтеров, то их отметили как самых улыбчивых и гостеприимных. Это просто невероятное ощущение, то, что ты находишься в центре событий, это так просто впечатляет. С новыми людьми знакомишься, с новых людей, ну, как друзей новых приобретаешь. Мы очень хотели оставить хорошее впечатление о нас, о всей молодежи города Сочи, и просто мы гордимся тем, что мы стали волонтерами. Готовиться к Олимпиаде волонтеры начали за 3 года, а добровольцы должны были соответствовать самому высокому уровню, чтобы достойно представить страну на самом крупном спортивном событии планеты. Во время работы обеспечивали питанием, проездом, мобильной связью. В общем, наши ребята, они почувствовали себя ни в чем обделенными и действительно работали в удовольствие. Поэтому еще раз хочу сказать всем городским волонтерам огромное спасибо. Приходите к нам еще, проектов у города огромное количество. Будем работать дальше. Волонтерское движение не было развито в России, но сейчас ситуация кардинально поменялась. На очередную смену сочинские волонтеры выйдут уже в конце апреля. 19 числа в городе стартует чемпионат мира по теннису. В мае волонтеры готовы встретить гостей Черноморской регаты и больших парусников. Затем ночная хоккейная лига, Формула-1. Одним словом, теперь курорту Сочи без волонтеров не обойтись. Ольга Десятова, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.